Ребята, привет! С вами Владимир. Это наша очередная поездка по Испании. Моя задача – смотивировать вас на посещение этой замечательной страны и показать Испанию моими глазами. Поехали! Итак, мы находимся у подножия крепости Санта-Барбара, которая находится в Аликанте. Крепость Санта-Барбара – самая большая и значимая среди крепостей региона. Расположена она на горе Пенактиль. Правда, невысоко, 166 метров, но зато с шикарной панорамой и самым лучшим видом в Аликанте. Крепость датируется 9-11 веками, когда ее возвели мавры, и если вы любители мавританской архитектуры, она разброшена практически по всей Португалии и Испании. Это мусульманское владычество этих земель примерно 8 век до нашей эры. Это действительно очень интересные крепости, и посещение таких крепостей всегда доставляет удовольствие. И в этот раз, а сейчас не сезон, мы приехали вне сезон, пытаемся штурмовать эту крепость. Ну, если не получится попасть в крепость, хотя бы насладимся с вами самыми шикарными видами города Аликанте. Происходит. Но я вижу, что происходит. Оказывается, у них был прогноз погоды сильном ветре, и они закрыли гору. То есть там на горе сила ветра такова, что туриста просто сдувает, и он, ну, падает, а высота реально здоровая. Поэтому, смотрите, официальные ворота написано в связи с погодными условиями, все закрыто. Но сейчас ветра же нету, чувствуешь? То есть мы такую низинку спустились, ветра нету. И я смотрю, какой-то мужик пошел. Думаю, дай-ка пробьем, что за тема. Так что, сами знаете, что такое русские люди. Сейчас попрем в обход. Может быть, найдем какую-то дырку, как залезть туда. Это хорошо, что замок закрыт. Это значит, что он будет весь в нашем распоряжении. Ну, я так думаю. Сейчас посмотрим, чем все это дело закончится. Обломно такой кусок сюда ехать, поцеловать дверь и вернуться. Ну, если бы мы тут жили, наверное, так и сделали. А если тут раз в 5 лет, то сорян, мужики. Пошли делать контент. А почему нельзя, как бы, смотрите. Я камеру держу в руке. Ну, стабилизатор есть на камере. Но реально камеру из рук вырывает. Ну, еще раз говорю, раз в 5 лет сюда поднимаешься. Смотри. Красавчик Аликанте. Зацени, да? Я не знаю, меня вставляет. Сопки гор такие. Тин-тин-тин. Видишь, шапки гор? Здесь солнцем наполнены, а там голубой дымки. Черт его знает, что это облака или там углекислый газ. Серпантинная дорога, арена для боя быков. Видишь, да, круглую такую? Скрасило мое одиночество это вкусная чашка черного кофе. Ради этих секунд стоит путешествовать и встречать вот так вот рассвет над городом Аликанте. Стоит. Ну, не беда, зато мы практически покорили данную крепость и, я думаю, смотивировали вас на посещение этого замечательного места. Испания в целом, она очень прекрасна в любое время, в сезон и вне сезон, потому что если вы из северных широт или парни из долины, а мы из Латвии, например, вот, и для нас в любое время года, будь то зима, весна, лето, Испания всегда прекрасна.
И приехать сюда в очередной раз, в знакомые места, было безумно приятно. Движемся мы по самой, наверное, красивой дороге на Коста-Бланка. Это та дорога, которая от Барселоны идет до Торревьехи и дальше. Очень живописная дорога. В ряде роликов хотелось бы вам рассказать о кухне. Здесь действительно богатый выбор недорогих продуктов. Надо сказать, в Европе, наверное, самые вкусные продукты и самые бюджетные все-таки в Испании. Я бывалый путешественник, я знаю, что говорю. По поводу хамона и мяса, по-моему, здесь лучшее мясо, здесь лучшие морепродукты. Опять же, они дешевые. Для нас, европейцев, это очень дешево. Попасть вот в такой Real Wok, где ты можешь свежайшие продукты выбрать, положить повару, чтобы он приготовил тебе их в 6 вариантах, и у тебя будет безлимитное питание, заплатив 12 евро. То есть ты заходишь и платишь за время, там 3-4 часа твоего питания, наслаждения вот этими морепродуктами за 12 евро. Такого вы себе нигде в Европе позволить не можете. Опять же, не забывайте, что это все мега свежее. Пока где-нибудь из Испании она дойдет до Латвии, 7 дней в пути, там ни от креветки, ни от моллюска, ни от шикарного стейка практически ничего не остается. По 200 раз заморозки, там, сами понимаете, вкусовые качества совершенно другие. Поэтому, приехав в Испанию, нужно наслаждаться шикарными видами инстаграмными, идеальной кухней, прекрасной погодой в любое время. И действительно приятно путешествовать, потому что здесь и богатая архитектура, и богатая культура, и богатая история. Поэтому я вам прикладываю порядка 20 роликов путешествия об Испании. Они где-то здесь в плейлисте, и о каждом месте более детальный разбор, сколько стоит, что там делать, какое количество занимает времени. Надеюсь, эта информация была для вас полезна. Ссылочку приложу ниже. Спасибо.